без четверного прыжка, а вот так вот три с тройными. Вот. Все сделал. Что я сдал, вы знаете, после Европы очень хочу посмотреть «Фернандеса». Очень хочу. Не потому что 3-4, а программа шикарная. Ну что ж, давайте посмотрим, да. Два раза он сделал так, как это было задумано. Шаги он делает в образе Чарли Чаплина, а сам думает о четверном. Стой, я тебя прошу, вот молодец. Да, три че. Чарли Чаплин четверной. Только ну ладно, ладно, пока только один. Уже начинаем считать, сколько он сделает четверных. Пока только один, к сожалению. Тройной очень легко тройная, 3,5 оборота. Один. Сделай, пожалуйста. Есть. Умница. Ну, как знаете, с запасом. Доказательство того, что все-таки чаще получается, чем не получается. Да. Стабильность есть в этих прыжках, действительно. А вот. А вот эти бабочки-то они не нужны абсолютно, конечно. Ну что сделать? Была бабочка, значит, она так в историю этой программы не войдет.
наоборот, состава, конечно, смахивает на чемпионскую программу. Но не так, как у него выглядели чемпионские программы. Да, в Европе. Не так, чуть не так, да. Но что бы дальше ни происходило в его карьере, он, конечно, навсегда в истории фигурного катания, как первый испанец, чемпион Европы, первый испанец, который выиграл там гран-при, вообще первый испанец с медалями этапов гран-при, когда он начал, по крайней мере, подниматься на пьедесталы почета. И три четверных в одной программе. Первый, кто сделал три четверных вообще в одной программе. Да, много у него первых мест таких запоминающихся. Все равно здорово, все равно молодец. У Рейнольдса, по-моему, как-то была программа. Или там было два, не помню. Нет, точно. Чтобы они были исполнены, не заявлены, а вот именно выполнены. Год уроженцу Мадрида. Начинал тренироваться у Ивана Сайса, потом Карло Санс. Некоторое время сотрудничал с Николаем Морозовым. Ну вот переезд к Брайану Орсеру и хореография Дэвида Уилсона его, конечно, преобразили. Это вот удачный выезд из четвертого сальто. This was nice. Мы слышим за кадром, специально молчим, как Брайан Орсер комментирует ему ногу поднимает Брайан на сальхов. Да, интересно наблюдать за Фернандо с собачкой. Да, приятно такое поведение после проката. Устал, как Фернандо. Да, фурора нет, к сожалению, но... 168-30. Но он, да. Несмотря на это, он первый. Он опередил Ханью. Хотя был Фернандо всего лишь седьмым после короткой программы.